Итак, дорогие братья и сестры, мы в Доме Господнем. Мы благодарны Господу Богу нашему за Его чудесную милость, за Его благословение, за Его заботу, за охрану, за ограду, за дар вечной жизни, за спасение, за мир, за утешение, за благость, которую дарует нам Господь в Своем Сыне. Ну, поздравляю всех вас с праздником Пятидесятницы. Хочу желать вам обильных Божьих благословений. Ходите с Божьим Духом, Он будет вас наставлять, Он будет вас укреплять, Он будет вас поддерживать, Он будет вам помогать, Он о вас будет заботиться. Коротенький стих, который, даже не помню, когда написал, 5-28-9. «Мы многие проснулись рано, все мы под Божьей охраной. Все в церковь праздновать спешили, а прежде дома Господа благодарили. Отец нам в Троице открылся, Дух Божий на землю явился. Он чудеса свершать пришел, больных Он сразу же нашел. Мы будем Бога прославлять, Ему молиться, петь и величать за то, что Духа Он послал. Он нас купил, простил и оправдал. Он дал нам Духа Своего, и мы родились от Него. Как много Он нам помогает, им Он нас учит, наставляет. Бывает, Он нас обличает и словом радости встречает. То Божий Дух, мы с Ним живем, и много песен мы о Нем поем. Он нас хранит, оберегает, им силою нас наделяет. Он помогает нам молиться, зовет нас к Господу стремиться. Он нас собою наполняет, и радость счастья вселяет. Он открывает нам Отца, и Его милость без конца. Ему по силе равных нет. Живет Он тех, кто любит свет, кто любит Господа Отца, кто хочет жить с Ним без конца. Он есть залог, который нас поднимет в небо в онный час. Прославить Бога поспешим, Ему всю славу воздадим. Да, дивен наш Господь! В свое время Он попросил учеников, и я верю, братья сегодня будут делиться. Было им слово, не отлучайтесь от Иерусалима. Но ожидайте обещанного. Они не совсем знали и понимали, что есть этот обещанный Дух Святой. Это сегодня мы знаем, это мы сегодня переживали, это мы об этом молились. Было мое время, я проживал на Украине, в Крыму, в Роге, город вроде молодежь, и церковь большая. Но услышал в Белоруссии, в село пришло движение, молодежь получает крещение Духом Святым. Вы бы видели, какая ревность пришла. Оставил опять город и быстренько уехал домой. И эта волна меня мимо не прошла, и я попал сюда. И Господь дивным образом захватил нас. Какие были служения, какая была молитва, какое было общение, как дивен наш Господь. Поэтому для нас, жителей последнего времени, Бог приберег Дух Свой Святой. Этим Духом Святым Он много открывает, Он много говорит. И если я бы вам излагал ту историю, насколько чудесно Бог мне говорил многие вещи наперед, которые меня предостерегали, которые мне вселяли веру, и даже простое. Пройдет 2 года, а кончатся дни службы. Пройдет еще год, и будет пир на этом месте. Все, я наперед, и не планируя так. Уже в армию 3 года брали, не получалось, знал, заберут. Говорили, посадим тебя. Я говорил командиру, не знаю, сидеть ли, стоять ли, лежать ли. 2 года я все равно буду дома. Но, говорит, ты какой-то вообще странный. Да нет, говорю, Дух Святой мне так сказал. Говорит, а что это такое?
о Духе Божьем мир не знает. Для мира это тайна, а для нас великая чудесная радость. Бог никогда и ничего не делает, прежде чем не откроет свою тайну рабам своим, пророкам. И вот не буду занимать много времени, читаю несколько стихов, и мы помолимся Господу Богу нашему. Книга Иоиля, 2 глава, 28 стих. «И будет после того, изольет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также и на рабов, и на рабынь те дни изолью от Духа Моего». Не пройду никого, и рабов даже, и рабынь, и на дочерей, и на сыновей. Дух Божий придет. Как чудесно! Когда мы находимся в том месте, где есть движение Божьего Духа, это радость. Это благословение. Это, я вам скажу, нечто новое. И если правда, сегодня мы пришли в то время, когда слово редкое и видение нечастое. Редко так бывает. Но переживали большие благословения. Мы посетили одну церковь недалеко от Криворога. Идет служение, проповедует один братец. И так как-то и одет не совсем очень, ну, как-то величественно, хорошее слово ему дали. Но вижу, он говорит, я и приехал из села, из колхоза. Говорит не так. Говорит просто, но явно движен Духом Святым. И говорит, я получил телеграмму от Господа. О, Господи, а что же это? И встает другой брат. Он молится языками, а другой истолковывает. Он молится языками, а второй истолковывает. Вся церковь притихла. Все молятся. Все благодарят Господа. А после было служение, обильная молитва. И все, кто хотел получить утешение от Господа, получили это. Дивен Господь. Он знает наперед. Он знает наперед. И даже вот здесь, несколько воскресенье назад мы молились наверху, и к некоторым было слово, да и ко мне, и к другим. Я вижу, Дух Божий знает. Я вижу, Дух Божий читает. Я вижу, Дух Божий хочет наставить. Поэтому моя задача коротко подвести вас к тому, чтобы раскрыть, рассказать. Силен Дух Святой. Это сила созидающая. Это сила, которая наделяет людей силой, наделяет верой, наделяет властью, наделяет могуществом, благословением. Люди от этой силы получают исцеление. Люди с этой силой идут в львиный ров. Они знают, что сделают. Люди, которые переживают Божье благословение, как молодой Давид, помните, он пас овец, но если лев или медведь приходил, и он просил, эй, оставляй, не хотел, догонял, брал. А если он еще сопротивлялся, ну то все. Теперь надо прощаться с жизнью. Силен был человек. Как можно без ничего нападать на таких могучих животных? Божий Дух всегда силен вступиться. Божий Дух всегда силен помочь, Ава Отче. И я молился Господу, было время, когда мы с Марией поженились, и так молились Господу. И Дух Святой проходит, сестра, и говорит, ты мне молишься, и вот тебе ответ. А я уже услышал, так я тихонечко про себя молился, вслух молитву не брал. Послушай ответ, что говорит Господь. Благословлю и переведу. А я этого и хотел знать. О, Господи, а как же? Ну, у меня же есть еще проблемы, которые надо быстро решить. А покупателей я к тебе пришлю домой сам. Дивен Господь, он так и сделал. Это Господь. Поэтому, друзья дорогие, доверяйте вашу жизнь в руки Господа, молитесь Ему, благодарите Господа за ту чудесную силу, ходите в Духе Святом, Дух Святой не подведет, Он обязательно научит, наставит, надо обличить, но и поддержит.
Это Господь. Имя нашего Господа да будет возвеличено. Мы сейчас будем молиться Господу, поэтому приглашаю всех вас. Давайте мы встанем, помолимся Господу. Помолимся о наших детях. Помолимся о воскресной школе, о молодежи, о группе, о проповедниках, о всем этом служении. Хор будет петь. О, Господи, да будет Тебе слава и хвала. Мы молимся и благословляем имя Твое. Мы молимся и величаем Тебя. Мы молимся и прославляем Тебя. Господи, прибудь, благослови, храни, оберегай, Господи, наставляй и утешай. Прости нас, Боже, за все неверные поступки, мысли, дела, Господи, слова. Дай нам ходить в обновленной жизни. Дай нам ходить пред Тобою свято. Дай нам ходить пред Тобою непорочно. Дай нам ходить пред Тобою по воле Твоей. А это служение мы вручаем в руки Твои, святые. Мы хвалим и славим Тебя. И в нашем, Господи, сейчас поклонение Тебе. В словах хвалы мы будем идти пред величие Твое. Благослови группу, благослови певцов. И наши голоса, Господи, дополни к их голосам для славы и хвалы имени Твоего святого. А все, Господи, кто болен дома, кто в больнице, кто в нужде, кто в переживании, о Боже наш, Ты все знаешь. Мы молимся, мы благословляем, мы поддерживаем, Господи, Тебе молитва наша, Ты наш Господь. Да будет имя Твое возвеличено, да будет имя Твое прославлено, а вся слава Тебе. Мы благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который великую работу совершает на этой земле. Помоги нам и благослови. Тебе да будет хвала и слава в небо, великий Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Oh,
Я посреди вас. Кто же сегодня посреди нас? Дух Святой, Отец там на небесах, Иисус, одесную Отца. А с нами сейчас здесь Дух Святой. И давайте почтим Его, прославим Его. Я прочитаю место Писания, это Песни Песней, 4 глава, 16 стих. Дух Святой уподоблен ветру. Поднимись, ветер с севера, принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Мы будем просить его, и он здесь, на этом месте, чтобы этот ветер Духа Святого, сегодня это тихое веяние, прикоснулось каждому сердцу. Аллилуйя! И, дорогие друзья, давайте пойдем в молитву. И я прошу вас, не смотрите на время, давайте
какой-то отрезок времени побудем в молитве. Дадим этому ветру Духа Святого прикоснуться к вам. Аллилуйя! Давайте побудем в молитве. Мы будем молиться. Вы можете, как есть написано, молись себе и Богу. Я не говорю, что нужно вам будет кричать. Прославляйте Бога, величайте на местах. Дайте место Духу Святому. И Бог обильно прикоснется. Его прекрасное прикосновение. Когда Он прикасается, жизни изменяются. Аллилуйя! А нам нужна жизнь. А нам нужно Его дыхание. Потому, дорогая церковь, давайте пойдем в молитву. Открой уста, и я наполню. Пойдем в молитву. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, святого. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, аллилуйя. Мы прославляем, аллилуйя. Мы хотим благоговея, Господь, приступать к престолу благодати, аллилуйя. Чтобы получить милость, аллилуйя. Аллилуйя, наполни, наполни нас. Наполни Твоею силою, наполни Твоею славою, Господь. Аллилуйя, наполни нас, Господь, до избытка. Чтобы начало переливаться, аллилуйя, аллилуйя. Ты говоришь, что Ты не мерою даешь. О, излей эту благодать, излей, Господь, на каждого, на каждого, на каждого в этом зале. Благослови нашу группу прославления, аллилуйя, Рафлави Регемен, которые вводили нас, Господь, в это прославление, в хвалу. Боже, мы поклоняемся. Мы поклоняемся Тебе, аллилуйя. Аллилуйя, Ты ищешь себе поклонников, которые бы поклонялись бы Тебе. Которые бы поклонялись бы Тебе в духе и истине, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. И мы даем Тебе место, Дух Святой. Двигайся в этом собрании, как Ты хочешь, аллилуйя. Пусть сердца народа Твоего откроются на этом месте, аллилуйя. Пусть откроются уста каждого на этом месте, чтобы прославить святого, чтобы прославить вездесущего всемогущего, который наполняет всю землю. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы хотим просто провести время с Тобою, Дух Святой. Ибо Ты хочешь с нами общаться. Твое слово говорит, что благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа со всеми вами. Ты хочешь общаться со своей церковью. Ты готовишь церковь свою, аллилуйя, для Иисуса Христа, Дух Святой. И мы хотим общаться с Тобою в этот воскресный день, аллилуйя. И мы хотим наполняться этой благодатью, этой силою. Исполни нас, Духа Святого, аллилуйя. Исполни Твоею благодатью. Исполни того, кто давным-давно не переживал присутствие Божье. Исполнение Духом Святым. Наполни, я прошу Тебя, Господь. Прикоснись, прикоснись. О, Дух Святой, животвори на этом месте. О, Господь, дай нам слиться в одной молитве, в одних желаниях, в одних желаниях. Ближе к Тебе, аллилуйя. О, мы поклоняемся. О, мы поклоняемся. Ра-ла-ла-фа-ра-ла-ви-ри-гемен. Давайте увеличим молитву, Авооч. Дорогая душа, начинай славить, начинай хвалить, и ты увидишь, как благодать Божья начнет изливаться, Отче. Посвяти время Ему для Его. Открой свои уста, открой свое сердце. О, и Он войдет, Отче, и дело славы совершит, аллилуйя.
Аллилуйя, мы хвалим, 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 хвалим Тебя. Хвалим Тебя, хвалим Тебя. Хвалим Святого, ибо Ты достоин. О, сегодня прекрасный праздник, аллилуйя. И мы хотим поклониться Тебе. И мы хотим прославить Тебя. Аллилуйя. Равалари Гесо Франдес. О, слава! Слава Тебе, Господь! Нет ничего прекраснее. Нет ничего прекраснее, как быть в присутствии Всемогущего. Как быть в присутствии Духа Святого, Его силы, Его благодати. Это ни с чем не сравнимо. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, наполни нас, Бог мой. Наполни, переполни, мы просим Тебя. О, Господь, прикоснись каждому, каждому, каждому. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, что был излит Дух Святой. И не только на землю, но в наши сердца. Мы благодарим Тебя, что Ты крестил нас Духом Святым. Аллилуйя. Со знамением иных языков. Слава Тебе, Бог мой. Мы воздаем Тебе хвалу, мы воздаем Тебе поклонение. Боже, мы просим Тебя, излей эту благодать на тех, которые еще не приняли эту благодать. Излей, Господь, излей на иссохшие. Господь, Твоим дождем пройди. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Мы чтим Тебя. И просим, благослови продолжение этого собрания. Песни, проповеди. Господь, также участие церкви, Господь, в материальном служении, благослови. И Тебе да будет слава. Тебе да будет хвала. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. We
Дух Святой, приди, Дух Святой, коснись. Мы так жаждем, Бог, мы так жаждем. Дух Святой, приди, Дух Святой, коснись. Мы так жаждем, Бог, мы так жаждем. Дух Святой, приди, Дух Святой, коснись. Мы так жаждем, Бог, мы так жаждем. Дух Святой, приди, Дух Святой, коснись. Мы так жаждем.